Павел Ильич, только что завершился очередной контрольный матч «Факелов», предпоследний, да, перед началом сезона. Какие первые впечатления у вас от этой игры? Ну, впечатления, два разных тайма, потому что первый тайм играл состав, который близок к оптимальному. Второй тайм мы вышли ребята, которые еще под вопросом, останутся они в команде «Факел» или не останутся. И поэтому по содержанию два абсолютно разных тайма. Если в первом тайме мы владели и территориальным, и игровым преимуществом, то второй тайм по содержанию своей игры абсолютно был разный, и он нас не удовлетворил. Какие-то выводы вы уже сделали или будете еще до последнего? Выводы будем делать, да, и буквально в течение завтрашнего дня уже будут приняты решения по тому, кто останется в команде, кто не останется, с кем подписывать контракты, с кем нет. В принципе, у нас есть на сегодняшний день костяк команды. Все. Мы определили те позиции, ну, они были ясны до этого, но дали ребятам шанс еще проявить себя. И сейчас на эти позиции мы будем усиливать эти позиции, скажем так. Павел Пантелеевич, 8 июля играем с дублем или будет двусторонка? Ну, это будет двухсторонняя игра. Те ребята, которые у нас там порядка 16-18 человек состава, которые будут начинать уже чемпионат непосредственно. И добавим молодых ребят на те позиции, которые будут вакантны. И мы сыграем два тайма по 30 минут. Это будет двухсторонняя игра, потому что там 4 дня остается до начала чемпионата. Естественно, нам нужно, чтобы наиграть связи. С учетом того, что дефицит времени был на подготовку между окончанием и началом чемпионата. И уже наигрывать тот состав и те связи, которые есть. И самое главное, чтобы никто не получил в этой игре травмы, потому что там 3 дня уже остается только до игры.